Отчет по сбору урожая батата за 9 сентября. Вот такой вот небольшой урожай. Так, то у нас был первый выкопан. Выкопан у нас был первый караголд. Сладкий номер один. Затем джевел. Сухумский. Сухумского, кстати, было посажено 12 кустиков. Это у нас сорт Ла, Джерси. И решили выкопать Порто Батараба. Порто Батараба, посмотрите, какой успел вырасти за 90 дней. Обалдеть, мы же сами не поверили. Ему, в принципе, надо 120 дней. Но на семенной фонд нас устроил вполне. Вот такие хорошие ровные клубеньки. Есть, конечно, мелкие, но без этого. Но не громадные, по 1,5 килограмма. Нам для семян, в принципе, самое то. Сладкий номер один немножко подкачал. Но, в принципе, тоже удовлетворяет нас вполне. Как на семена, очень даже ничего. Сорт Ла шикарный. Незачем было переращивать. И сухумский тоже. За 90 дней, в принципе, вполне себе успел дать урожай. Так что все, что сегодня выкопали, все можно высаживать в более северных районах и выращивать у себя. У вас будет шикарный урожай.